По мнению многих музыкантов, именно фортепиано можно назвать королем музыкальных инструментов. Мурманчане Петр и Мария Макаровы приготовили для жителей столицы Заполярья интересную программу под названием «Два рояля». Эти чарующие звуки – результат многолетней работы. Дуэт Читы Макаровых образовался, когда будущим супругам было по 18. Они учились в Петрозаводской консерватории имени Глазунова. Тогда исполнение в два рояля было обязательным предметом. Музыкальный диалог в талантливой паре завязался сразу и продолжается по сей день. Один из самых важных секретов успеха фортепианного дуэта – это даже не специальная расстановка роялей, а взаимопонимание, причем не только на сцене. И этот диалог, он продолжается и дома, и на сцене. Вот, только на сцене этот диалог, он проходит языком музыки. Вот, и поэтому я думаю, что именно такая расстановка роялей нам позволит наиболее полно увидеть и одарить своими впечатлениями зал. На суд мурманской публики музыканты представят часовую программу, в которую войдут не только произведения Рахманинова и Прокофьева, но и вольные переложения испанских народных песен в прочтении русского автора. Сделал переложение Александр Бубельников, вот такой очень известный в Москве концертмейстер и композитор. Вот. Дело в том, что 2 года назад мы играли только 2 номера из этого цикла, там вообще всего 7. А в этот раз мы сыграем 5. У дуэта за многие годы собралась своя публика, многих из слушателей пианисты знают в лицо. Первый в этом сезоне концерт фортепианного дуэта Петра и Марии Макаровых начнется 28 сентября в 17:00 в зале Мурманской областной филармонии.